В Дагестан прибыл известный бизнесмен и блогер, владелец компании «Транзит Плюс» Дмитрий Портнягин. В республике он намерен провести семинары, тренинги и мастер-классы, пообщаться с предпринимателями и рассказать, как добиться успеха в короткие сроки. Дагестан, как и любой другой регион, Портнягин считает вполне перспективным для занятия бизнесом. По его словам, здесь есть все условия для этого. Главное, чтобы сами люди стремились к достижению своей цели. Дмитрий Портнягин известен как бизнес-блогер. Его канал на YouTube насчитывает около 800 тысяч подписчиков. Его популярность стремительно растет. Он один из самых молодых инвесторов в России с годовым оборотом в 100 миллионов долларов. В Махачкале первое мероприятие с его участием пройдет уже сегодня в Доме дружбы. Республика Дагестан – это достаточно большой перспективный регион. 3 миллиона человек, 800 тысяч человек живет в Махачкале. Соответственно, здесь невозможно не строить бизнес. Если, конечно, мы научимся это делать, если мы будем перенимать технологии того, как делается бизнес, даже не в Москве, а где-нибудь в США, например, или в Европе, то мы сможем добиться достаточно больших результатов. Неважно, с какого ты возраста, неважно, какой ты нации, ты можешь делать бизнес, зарабатывать деньги.